Назад пути нет, блядь. Письмо пришло, нахуй. Тебе сова залетела, блядь. Ребята, скажите сразу, как нас слышно? Какие ребята? Давай сам, нахуй, блядь, проверяем. Сейчас. Опять работа. Опять работа. Режим дальтонизма, естественно, включить. Решение режима прицеливания, блядь. Хуй знает чё, нахуй. Размер текста гигантский, блядь. Вот такой на, нахуй. О, заебись. Вот сейчас шрифт, как у Фейбла первого. Помнишь, был с корявым переводом, который... Филидентли, Саня. Что такое филидентли? Не, ну мы всегда играем, блядь, упор на производительность, понимаешь? А не разрешение графон. Мы старые, блядь, старая школа, блядь. Хорошо, давай, ну, перформанс. Успел прочесть? А, всё, нахуй, пизда, нахуй. Привяжите свою учетную запись фан-клуба Гарри Поттера к вас учетной записи в Багамес, блядь. Между прочим, запрещенная в России организация, нахуй тоже теперь. Чтобы открыть доступ к Багамес. Принесите свою личность с сайта Wizarding World, между прочим, в игру Hogwarts Legacy. Двигайте ползунок. Мух ёпта, блядь. Пока изображение не станете два замета. Я даун, блядь. Все, ну, так ты же еще только будешь учиться, Саня. Это буква Н, Николай. Откройте! Ёпта, блядь! Так, повестка, это... нахуй! Почему пятого курса? Я не понял. Это мы где-то до этого в путяге магическое училище, у нас сразу же на пятый курс. Да, в той, которая на заставке, блядь. Цвет настроения Хогвартс. Воу, тихо, так. Тихо, ты слишком британский парень для меня, блядь. Кстати, на Тома этого Хохланда похож, пиздец. А где самая русская рожа здесь, такая самая, кирпичом? Вот из этого, можно, может, да. Что-то получиться, да. Я давай вижу у вас потенциал русского человека, блядь. Лысый или под бокс? Вот такой, о, короче. О, да. Или вот такой, понял. Это Були. Були, да. Первый голос. А, типа женский, мужской, понятно. I'm eager to get to Hogsmeade. Ну, этот ему не очень подходит. That was quite something. Этот ему, в принципе, тоже не очень подходит. Естественно, тяжело, конечно. Потому что нам уже тяжко. Потому что мы из России, ебаный урод, блядь. Аля, можно... Между прочим, у нас не было таких возможностей, чтобы попасть в общежитие к волшебницам, нахуй. О, май. Как мы его будем звать, блядь? Иван Драго, естественно. Ну, так напишем. Иван. Понял? Иван Драго. Вот так, Драго. Драго. Понял? В единица, единица. Не, 4, это единица слишком много. Драгович, вот. Иван Драгу, В. Как будто понял, он 6-й. Драг 6, блядь. Драг 6. Драг 6, блядь. Так, на каком мы факультет будем? На слесаря, блядь, или на сварщика? А в Аванске? Лавина. Портки Геймс. Wizarding World. Такси Корета. Вас везет Аслан. Поставьте 5 звезд, пожалуйста. Комфорт, комфорт. Да. Не, это новый вид, понял? Еще дороже, который кайф, понял? Есть комфорт, да. А есть с кайфом. Такси кайф. Нет, там же есть, смотри, типа комфорт, есть бизнес-класс, есть люкс, есть такси кайф вообще, быстрый кайф. Опа! Да в смысле, у вас дракон, герань один! Это дроны, блядь! Очень сильное заклятие, кто откроет, тот лох. Сейчас мы его откроем, блядь. Потому что мы вундеркинд. Потому что мы особенные. Да, мы из России, так, не такую хуйню взламываем. Ёбаный врут, дай сюда. Кубик-рубик, Вася. Опа. Вот это нормальное такси. Мне кажется, сегодня у кого-то пары отменились. Пизда профессору. Нас отпусти, придурок! Нас отпусти! Блядь. Витя, ну ты что, блядь?
Сила мужчин! Акция, говорит, в пятерочке. А на кучера всем похуй, типа сам выберется, пацан, блядь. Пока нахуй. Опа! Опасное существо, блядь. Оно убило только что дракона. Так, побежали сразу назад, Саня. Там по-любому ништяки. Стопудов здесь нет. Там была белка. У какой-то дуванчик можно сожрать. Я не могу бегать. Опа она! Ага, волыну достал. Оркестр, приготовьтесь, пожалуйста. В Крым. Такая надпись наверху, блядь. SSX. Мы, говорит, закрыты. Ты туда приходишь, а там этот самый Люк Скайуокер такой. Сидит, да, на этом камне, да. Сидел, он там сидел, да. На бутылке, блядь. На бутылке он, блядь, сидел все эти фильмы. Так это, блядь, несложно звучит, репера, да, блядь. Ну типа репер, починка, блядь, репаро. Так и любой дурак может волшебником быть. Ну да. А там снизу маленькие рабочие, понял, такие начали хуярить. Такие индусы, блядь. Профессор Фейк. Ебать! А чё эта хуйня что меня это? Показывает? Она ж не должна меня показывать. Блядь, что ж это за профессора такой? Я хуй знает, блядь, почему они так разговаривают? Ты прикинь, по улице идешь такой, ууу. Эта урна не так похожа на все остальные урны, которые я по городу видел. Посмотри, блядь, она немножко отличается по внешнему виду, сука. А я, между прочим, архитектор урн этого города. Да, и ты такой, блядь, зовешь меня такой, понял, такой, Санек, смотри, какая... Я такой, блядь, как необычно, нахуй. Это Сбербанк. Сбербанк. Блять, может это все скрытая реклама Сбербанка? Сбербанк всегда рядом. Вставай, блять, ты обосрался. Могу записаться на ноготочки, блядь. Что, блядь, он в нас узнал какого-то, сука, вкладчика, блядь. Типа со времен развала Советского Союза у нас там сбережения от бабки, блядь, лежат, нахуй. The key. Блин, ну пока что это притянуто слишком сильно. Сколько, интересно, они не знали, что делать с этой шкатулкой, пока не появился наш лысый Иван. Все, какой-то пристранный драндулет, но окей. Keep your hands inside the cars, if you don't wish to lose them. А, сука, надежные тележки магические, блядь. Мы сделаем открытыми нахуй, чтобы люди, блядь, высовывали туда руку, блядь. Ебать, ты можешь? Бэ-бэ-бэ. Моментус дэй. Ну чё бы он нам сделал? У него вообще даже пухи нету, блядь. У него такая... Не увидел и когти, блядь. Бля, мне похуй, я тебя порежу, пидорас. Это шпион! Ага, и чё? Вы вообще возле уха его гигантского разговариваете, как он не услышал? Ладно, сошлёмся, блядь, на старость. Уважаемые встречающие, пригородный электропоезд с сообщением Дружинина, Екатеринбург, прибывает на четвертый путь. Опа, а там золотой Калашников. Прямо с завода, блядь. Чё, кого? Профессор какой-то имбецил, он просто идет в никуда всегда. Я подвёрнулся. Вас намотали на кредит. Да мы отсюда не выйдем, понял, пока кредит не оформим. Lumos. This is no ordinary vault. Ага. I suspect we will need to earn our way out of here. Может, мы тоже колданем Люмос? Что он один смотрит? Не знаю, мы не шарим в Люмосе на пятом курсе, блядь. Протега, депульсо! Да мы по 6 у них отнимаем, там пацан по 2000 херачит. А, пизды получил, лох, блядь. Да за шо?
В игру были добавлены женские придыхания с канала Ромашка. Опа! Флакон. С первым рецептом Блейзера. Прочувствовать настоящий аромат Блейзера можно только в таком месте. Давайте вскроем. Какой аромат пошел и какой звук. Давайте на аромат. Запах конфет полет. Как он зашел, блять, если у нас есть ключ? Тут что за хуйня? Sir, they have the key to the vault. А как вы, блять, вошли? Choose your next words wisely. Что у них там происходит? Это в Тинькове так? Вау, он подбросил и опустил его. И все, и он умер. Так он ни хера работников не найдет себе. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. А ну он помоложе любит, понял? Тоби пизда. Охранный бот 3000. Активирован. Ваше очко под угрозой. А он, хера, может, он по ним попадет как-нибудь, да. Ну они ж типа маленькие, быстрые. Сейчас он полчаса там еще постоит и сдохнет. Что? Зачем он стоит? Чтобы что? Чтобы произошла умереть. Вот эта неведомая хуйня. Что это за... Зачем он стоял? Что это за херня? Все, они где-то в Челябинске, блядь, все нормально. Похоже, кто-то создал хитрый бычок. Он не может докуриться. Пойдем докурим его. А долго мне с этим маразматиком еще лазить, блядь? Всю жизнь, блядь. Сука, ебать, пизда. Опа, блядь, Сапсан хуярит, блядь, в Питер. Опа, РЖД попиздила. Полчаса надпись это будет. Нас поздравляют с пройденным прологом. Спасибо. А дальше так же душно будет?